Мы потребовали самоотвод судьи Анатолия Мичуна. Для тех, кто не в курсе, напомню, Анатолий Мичуна – это именно один из тех судей, который в 2014 году участвовал в судебном заседании, когда нас, как позже выяснилось, вернее подтвердилось, незаконно сняли с парламентских выборов за несколько дней до выборов. Поэтому было абсолютно логично, чтобы мы, как те, которые обратились в Куртя Диапел Кишинов пересмотреть решение ЦИКа об открытии избирательных участков за рубежом, значит, я попросил его сделать самоотвод. То есть не ждать, чтобы мы, чтобы это делали адвокаты. Я думал, у него есть совесть, и он сделает самоотвод как участник преступного решения в 2014 году. Я убедился, что щурик этого Мичуны такой же толстый, как и щурик некоторых домашних птиц и некоторых других домашних животных, потому что он сказал, что он не видит проблемы в том, что в 2014 году, как он выразился, апартичпат индичизя контра куйва. Понимаете? Плюс сейчас там поступила информация, я хочу, чтобы это знала вся страна, значит, примерно в конце этой недели или следующей другой судья, который входит в этот комплект, господин Муруяну, известный судья много лет назад, сейчас он был менее известный, больше сидел в засаде, он вообще выходит на пенсию в конце этой недели или на следующей, ему абсолютно по барабану, поверьте, какое решение принимать. И есть еще одна домна, забыл ее фамилию, которая в 2018 году аннулировала, участвовала тоже как судья в аннулировании местных выборов в Кишиневе. Если вы помните, тогда Настас участвовал в выборах, и сначала была известна Бердила, потом Куртя Диапел оставила в силе это решение об аннулировании результата местных выборов. То есть вот этот комплект, его даже сложно назвать комплектом, плюс я хочу, чтобы все те, кто смотрит нас из диаспоры, все, кто смотрит нас в Молдове, снимать Четатень, если он атак, а супра дрептулы Четатенилор, дьяво посибилитате дьявота ин диаспоры, чейка ресафлен диаспоры, если о оперативник криминалы, организаты дидодон жди кыцва курканаш маймич, шкыцва карипиденсул консулты, диварищи ело вазут результату диаспорей на лезерли президентиале. Шаста за честь шазезди, чинзеть шазезди в секции девотым плоскари артрибуи сфи. А сейчас блокаж есть у организации Демпартия Луйка, кыт май пцин чата тень спартичпи, ла лезерли парламентарий, чекар не привез к онлайн, сын ты кичинал, боец, венец инкуащик пац фи, ситуация кастрибаска, посове мне вой диажутор, ка сеймай пеним, пиачеште Слеспун, маленькие негодяи, деваричи ной астес, аша кум соорганизать диаспора, пентру сусинеря Республики Молдова. Туамна анулы трекут, аша ной треба астес селуптем си авжутом печей дин диаспора сайбы дрепту девота. Чей кари сын, венец ной сын тему фарца курти диапел Кишинел, ботаника страда тейлор нумору пат.